В преддверии 1 сентября благотворительный фонд «Дари добро» совместно с региональной ассоциацией ТОСов и предпринимателями решили сделать подарок детям из многодетных, малообеспеченных семей и детям, оставшихся без попечения родителей. Целый день мальчишки и девчонки бесплатно развлекались в канатном лабиринте, играли в квесты. Замечательное дело, ведь не каждый ребенок, который нуждается в этом всем, может такую радость приобрести каждый день. А здесь очень радостно, что такие люди есть. Очень хочу поблагодарить дирекцию «Год добрых дел», потому что они тоже с нами очень сильно взаимодействуют. У нас подписано соглашение о сотрудничестве. Но это, кажется, одно из направлений нашей с ними совместной деятельности. Предприниматели сами обратились в фонд «Дари добро» и выразили желание поучаствовать в благотворительности в рамках «Года добрых дел». Я считаю, что вот такие инициативы, они очень нужны нашему городу. И они, к счастью, происходят все чаще и чаще, что люди сами откликают, что они предлагают свои услуги, что они предлагают какие-то возможности, чтобы сделать доброе дело, чтобы кому-то помочь. И я считаю, что это отличное начало той десятилетки добрых дел, которая у нас стартует 1 сентября. К слову сказать, это не разовая акция предпринимателей парка. Совместно с управлением образования города и комитетом по молодежной политике еженедельно в парке проводится еще одна акция – «Социальный час». Каждую пятницу с 6 до 7 вечера вся работающая молодежь в возрасте от 14 до 35 лет при предъявлении документов сможет посетить веревочный парк бесплатно. Сегодня мы хотим подписать договор с благотворительным фондом «Дари добро», чтобы перечислять на благотворительность 50% своей прибыли в течение 2 недель. В дальнейшем предприниматели планируют подписать с фондом договор на постоянной основе, в рамках которого они готовы перечислять процент от прибыли на добрые дела.